имеем право знать, когда же прекратится это беззаконие. Вы хотите знать? Нет, похоже, вы не хотите знать. Вы, наверное, даже не знаете. Да, я по лицам вижу, что вы ничего не знаете. Вы не знаете, что наш царь Камса решил убить свою сестру Деваки в день ее свадьбы? Знали об этом? Да, нет, ничего вы не знали. Так вот, это еще не все. Он собирался заточить их в тюрьму вместе с Васудевой. У него получилось это сделать. Поэтому воспряньте же, жители Матхуры. Встаньте! Давайте пойдем против царя. Да, ло!